Всем привет! Вы находитесь на канале Рыболов Копатель 039, Калининградская область. Прибыл на коп сегодня один. Так получилось, что спонтанно. Ничего не предвещало, но вот появилось время и решил ехать, несмотря на то, что погода не совсем летная. По прогнозу дождь. Ну вот пока его нету фактически, пока ехал, несколько раз так моросил мелкий, ну думаю, мне это не помешает. Пойду на хутор, там где были последний раз, попробую там побродить. Если что, лес рядом, можно хоть от дождя спрятаться будет. Так что не переключайтесь, смотрите с удовольствием, приятного просмотра вам. Пришел на поселение. И вот первая находочка. Militaris Equipment. Пуговка. Такая вот. Военное снаряжение. Сейчас будем ходить здесь, вылавливать сигнальчики. Все звенит, конечно. Много всякого ненужного. Ну, среди этого и, как в прошлый раз показал, попадаются и монетки, и всякие интересные штучки. Вот выкопал сигнал с хорошим числом ВДИ. И попадается такая штука. Что это у нас? Чего это у нас? Ну явно здесь какие-то ремешки, может пряжечки половина. Непонятно. Ой. Десять фенингов цинковые. Никакие. Очередной сигнальчик. И наперсток. Пуговка вылетела. Это вермахтовая, похоже. Ну да. Пока дождик мимо идет, погода вроде дает добро. Один фенинг. 1907 год. Планшетка от Маузера. На 5 патронов. Нежданно негаданно под камушком сигнал и вылазит вот такой. Что это такое за приблуда? Какой-то просеиватель. Непонятно. Загнутый. Клеймо Rain Aluminium. Такая штука вот.
что-то мешали им. Какую-то пенку снимали, походу. Первый раз такое вижу. Еще один сигнал. Вылетает. Вот такая. Накладочка какая-то. С орлом. Интересная штука. И уже улитки поползли. Майские. Пошел дальше от хутора. Вдоль речки иду. Вон березовая роща. И сигналочка. Вылазит. Похоже, рукоятка от бритвенного станка. Но я могу ошибаться. Здесь вот канава вдоль дороги идет. И вот битенькая фляжечка с крышкой. Присандалил я по ней малешка. CFL 39 год. А на фляге ESB 40-й. Да, жаль. Сигнал и выскакивает. Это, похоже, подложка от награды, если я не ошибаюсь. Сейчас здесь поковыряюсь. Сигналами насыщено. Там мостик. Вода мутняцкая из-за дождей. Погоды у нас, конечно, подиспортились. Все, закончил сегодняшнее похождение, ополоснул то, что нашел. Фляжечка мятая 40-го года, крышка 39-го от нее. Такая вот приблудасина. Тут какой-то дуршлачок типа был. Рейн алюминиум. Гильза от ракетницы. Пуговки. Шмуговки. Брошечки. Наперсточки.
Вот это вот с орлом какая-то накладка. Не знаю, ранее такие не находил. Ну, в общем, как-то вот так. Особо ничего интересного, но тем не менее находки присутствуют. Поеду домой. Такой ручеек вот бежит, который в речку впадает. Хорошо вот так перед машиной помыть как раз. Все, спасибо всем большое за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь. До новых встреч.